сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Человеку с буквы К по имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Всегда стараются максимально облегчить жизнь своему окружению и в трудную минуту обязательно протянут руку помощи. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. У носителей этого имени сильно развито чувство долга. Они испытывают наслаждение, когда доставляют положительные эмоции другим людям. Присутствие буквы О в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желание как можно полнее использовать свои способности и возможности. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Буква М в имени дает большую внутреннюю силу. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Буква Н в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Люди с этим именем редко делают ставку только на свою внешнюю привлекательность. Буква О таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Буква О в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственны для этого имени. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.